Явление Ла-Нини в Тихом океане оказывает охлаждающее воздействие на глобальные температуры, но это компенсируется теплом, удерживаемым парниковыми газами. 2020 год станет одним из самых теплых лет в истории наблюдений, а период с 2016 по 2020, вероятно, будет назван самым теплым пятилетним отрезком за все время ведения записи. Ла-Ниньо характеризуется существенным понижением температуры поверхности океана в сочетании с изменениями ветров и осадков. Ожидается, что в 2020 году явление Ла-Ниньо будет умеренным или сильным. Согласно информации Всемирной метеорологической организации ВМ, Ла-Ниньо продлится до 2021 года, влияя на температуру и силу штормов в различных частях планеты. Объявление о событии Ла-Ниньо необходимо правительствам для защиты секторов, чувствительных к изменениям погоды, сельского хозяйства, водных ресурсов и управления последствиями стихийных бедствий. Ла-Ниньо оказывает большое влияние на климат Земли. Но все природные явления происходят на фоне влияния деятельности человека, которое усиливает экстремальные погодные условия и даже меняет круговорот воды, считают эксперты из ВМФ.